30 сентября в городском дворце культуры прошел городской гражданский форум «Хабаровск. Берись и делай». Это возможность для людей с активной жизненной позицией реализовать свои идеи и напрямую обратиться к власти за помощью. Марианна Гейт вам расскажет все подробности. Гражданский форум в ГДК рассчитан на весь рабочий день. Сейчас здесь, в большом зале, НКО, как правило, это обладатели президентских грантов, делятся своим опытом. У нас более двух тысяч некоммерческих объединений, которые сегодня в той или иной степени работают. В конференц-зале ТОСы, одни хвастаются, другие жалуются, решают такие вопросы, как зарегистрировать ТОС, как увеличить финансирование. Что такое ТОС в форме НКО? Это возможность участвовать в президентских грантах, в грантах Минстроя и так далее, и так далее. Это возможность привлечения больших средств вот на маленькую-маленькую территорию. И там, в малом зале, людей объединяет следующее. В их семье есть инвалид. И, конечно же, у кого-то есть определенные вопросы. И если их озвучивать вслух, возможно, у кого-то найдется ответ. И это еще не вечер. Во второй половине дня под девизом форума «Хабаровск, бери и делай» деятели искусства, урбанисты, спортсмены и другие активисты на личном примере расскажут, что эффективнее не ругаться, сидя на диване, а менять этот мир своими руками. Это будет, в общем, 6 очень крутых спикеров, которые расскажут о том, как они создавали свои проекты, как они их развивали и как они выводили их на разные уровни, в том числе и на известный уже федеральный уровень, известный по всей стране. В завершении форума организаторы объявят победителей премии «Общественное признание». Неожиданно для многих был объявлен конкурс, и заявляли на него участников соседи или коллектив с работы. Среди победителей могли оказаться детский спортивный тренер или просто неравнодушный человек, который постоянно участвует в сборе вещей и продуктов для нуждающихся. И сами люди, в общем, когда мы с ними связывались вот на финальной стадии, они были удивлены и говорят, да не надо этого делать, как бы, ну... Мы все равно придумали, разработали некие статуэтки памятные, чтобы дома поставил где-то на столе. Марианна Гейт, Павел Баландинский, «Смотри Хабаровск».